Сейчас я вам расскажу, как сделать паспарту для картины. Мы берем нужный нам по размеру картон или бумагу для пастели, какого нужного вам цвета. Размечаем здесь середину и здесь середину. Потом берем нашу картину, но в данном случае у меня фотографию, но это смысла не меняет. На фотографии или на картине размечаем середину и здесь середину находим. Потом эти точки у нас должны совпасть с картоном здесь и здесь. Обводим. Нам нужны вот эти вот точки. Сейчас покажу, что мы делаем дальше. Дальше мы от этих точек прибавляем где-то сантиметр, то есть на сантиметр меньше у нас получится прямоугольник. Разрезаем вот так крестом и отворачиваем уголки во все стороны. Вот что у нас получилось. И теперь вот этот сантиметр мы должны его вернуть обратно. Вот таким образом. То есть мы его, этот уголочек, возвращаем обратно. И так делаем с каждой стороны. Вот что у нас должно получиться. То есть как раз вот этот размер, это размер картины. А внутренний, это вот как раз паспарту, оно на сантиметр меньше по периметру. А дальше все просто. Берем рамку, кладем в нее нашу паспарту. Дальше кладем нашу картину, но в данном случае фотографию вот так вот внутрь вот этих уголочков. Вот таким образом, то есть мы эти уголочки обратно завернули. Вот здесь можно для надежности склеить скотчем, но можно не клеить. Сверху кладем картон или что там у нас в раме было, ДВП лист, загибаем уголочки. И вот что у нас получилось, аккуратные уголочки. Ровный край, нет никаких срезов, все отлично.